Нерожденный проект, проект Esthcoin, первый государственный кандидат в сфере криптовалюты, не будет реализован. Как цитирует CoinTelegraph, президент Европейского центрального банка Марио Драги пояснил, что ни одно государство, член Евросоюза, не может ввести свою валюту. Валютой еврозоны является евро. Поскольку Эстония является страной еврозоны, это означает, что правительство не может выпускать свою собственную валюту, кроме евро. Идея новой валюты исходила от главы программы эстонского электронного проживания Каспара Корюса, предложившего Esthcoin, который можно использовать в качестве цифровой валюты для страны.